Дорогой Дедушка Мороз, пишет тебе письмо 7-летняя девочка Алинка. Я была не очень послушна в этом году, но я старалась делать много хороших дел. Ведь ты все видел, правда? Не знаю, если у тебя попросить на Новый год очень много подарков, ты, конечно, принесешь мне, но другим детям тогда не достанется. Ведь в твоем мешке все рассчитано по одному подарку каждому. Поэтому я попрошу у тебя только один подарок, тот, который ты сам выберешь для меня. Я обещаю, что в следующем году я буду очень стараться быть еще послушнее, добрее и заботливее. Спасибо тебе, дедушка. Твоя маленькая девочка Алинка.